Дим, первый взрослый чемпионат, да? Удалось тебе справиться с волнением? Ну, по результату видно, что не совсем удалось, потому что если бы удалось, то, ну, то свой бой бы я бы выиграл, и я думаю, что гораздо дальше прошел бы. То есть тебе с Бахманом не хватило только какого-то внутреннего спокойствия, да? Ну, возможно, именно спокойствие, потому что, ну, как-то слишком много лишней суеты было. Вот. Ну, противник получился, он и не слабый, и не такой сильный, то есть ну, примерно по силам, как я, наверное, ну, настраивался выигрывать. Я смотрел бой, да, в какой-то момент ты там просил поддержку зрителей, заряжала тебя атмосфера? Я просил поддержки зрителей в тот момент, когда, ну, там спорная ситуация возникла, чтобы вот, ну, так сказать, на судью поднадавить. То есть так к болельщикам претензий нет, все очень хорошо поддерживают. Мне понравилось. Молодцы. Ты вместе со всей командой готовился в Новогорске, да? Расскажи, как прошел там сбор? Ну, сбор был тяжелый, напряженный, рабочий. В принципе, я считаю, что все в хорошей форме подошли. Вот, то есть подвели нас так. Но у кого-то складывается, у кого-то нет. Я думаю, вот еще Леша с Артуром поборется. Я надеюсь, что медаль сегодня будет у кого-то. Ну, ты не участвуешь, да, в команде? Для тебя сезон этот закончен. Да? Какие у тебя теперь планы? Планы теперь подготовиться к следующему сезону и полностью отдаться там полностью. Вообще у тебя хороший сезон сложился, да, ты попал в сборную. Не ожидал от этого приглашения участвовать на чемпионате мира? Ну, честно говоря, нет, не ожидал. И я сам не ожидал, что он так удачно сложится, потому что, ну, так быстро-быстро все. В общем-то, я фехтовал только полсезона, вот, и смог отобраться. То есть, ну, по очкам я закончил пятый, ну, вот доверили мне право выступать. Я думаю, что рассчитывали все на большее, но вот сегодня не сложилось.